Меня зовут Кейден Людмила Савельевна. Я работаю в 4-м городском окружно-венерологическом диспансере номер 4 в стационарном отделении. В своей практике для лечения чесотки и демодекоза использую перметриновую мазь производства фармтехнологии «Беларусь». Свой выбор на ней остановила по нескольким причинам. Первое, из многообразия рынка фармацевтического она оказалась наиболее эффективной. Кроме того, она очень мало всасывается, не более 2%, то есть не имеет системного действия и очень быстро выводится из организма. При современном очень сумасшедшем темпе жизни очень удобно ее применение, всего один раз в сутки.